прощения. Ребят, покушал макарон и жду ОСЦ. Турнир. О, Фердос пришел, я смотрю. Да, рестрим-то врубил, а Twitch сам что-то не врубил я. Ну вот пошел и Twitch. А это уже норм. Фу, здорово, да хуже, здорово всем. Вот, покушал я немножечко. Погодите, я последний раз, походу, стримил ремастерит, поэтому все вот так вот стоит. Не, сегодня горло получше маленько, но все еще, ну, то есть, осталось немножечко кашля. Блядь, че лагает-то так? Просто не перестаю удивляться 10-й винде этой. Просто сцены переключаются вообще адово долго теперь. Ну что это за шляпа-то, ему? Вот это вот. Полгода вообще тыкаю и все переключается. У вас миснет вообще что-нибудь или нет? Ладно, не будем пока тыкать, походу. Что-то битрейт 17 тысяч выдает нам. Чё, блин, упал, что ли? Макарошек вообще не было. Короче, ребят, вот сетка. Я вижу, что здесь есть Блай, здесь есть Вердос. С Принцем он может сыграть, потом на Найса попасть такого игрока. И, в принципе, можно идти дальше до полуфинала, как мне кажется, по этой части сетки можно дойти прям. Потому что здесь тоже никого сверхсильного нет. Это, я думаю, надо глянуть. Лагает опс, хз. Ну, вроде все норм сейчас.
Так, Вердос что-то ходит туда-сюда. Куда он пошел-то там? Так, принц это какой-то кореец, по-моему. Вердос то ли решил не играть, то ли я не понимаю, в чем дело. Какая разница, какой опс, если он вчера нормально работал? Так, ну что, ребят, Вердос против принца. Поехали, здорово всем. Так. Текст-то почти мастерски установил здесь. Все, вот так вот будет вообще норм. Так. Блять, что с... происходит? Я даже не знаю, что в этот момент происходит. Вот что с Оксом случилось вообще, наверное. Не знаю, может из-за задержки, конечно. У вас тоже виснет, интересно, так вот на первой минуте, как у меня, походу, да.
Ну что, ребят, принц Эрдос, у нас принц красный. Это какой-то кореец, по-моему, это такой никнейм у него есть. Эрдос синий проц. Ну и пока рабочие строятся, надо бы вот на минеральную линию точку сбора Эрдос переставить. Вот жадина пробка. Да, он заметил вовремя. Все, она встала туда, куда нужно встать было. Все добывается, в общем-то, никто не мудрит. Через два гита оба играют. Через сталкеров кореец, принц через адептов Фердос. Может, он, кстати, не кореец, я хз. По-моему, корейский флаг у него был раньше. Так, ну вот адепты во что? В Нексус или в двух сталкеров еще далее, интересно, у Фердоса будут они. Азеркор вот готов, например, адепты готовы. Да, два сталкера еще заказаны, Эрдос их будет бустить тоже, судя по всему. На пару секунд они пораньше из-за этого выйдут. Возможно. А вот после сталкеров уже Нехус пошел, и потом перед ним пилончик будет заказан, видимо. Хотя еще 6 лимита запаса есть. И после сталкеров можно Сентрей, например, запилить на газ, на этот, две штучки. И... все было бы вообще ок. У вас тоже виснет. Ну все, я сцены не буду того больше переключать. Я не знаю, почему, что за прикол, как его. Так, открываются гейты Эрдоса, Нексус готов. По лимиту он отстает сейчас, но у него как-то технологически, мне кажется. Да мне не кажется, у него все лучше. У Эрдоса будет блинк. У Эрдоса будет плюс один, как бы. Я не знаю, что тут будет. Может быть, чаш он, кстати, любит заказывать. Может быть, глефы какие-то. Да все, не будет виснуть больше, не волнуйтесь, я не буду сцены больше трогать, потому что нафиг это надо. Я не знаю, что с топсом произошло, просто когда переключаешь сцену, как бы, ну, чтобы рабочий топ смотреть, битрейт вот 6 тысяч, у меня x3 становится 18 тысяч почему-то, и все виснет просто в кал. Сам опс виснет. Ну, у меня старенький опс, да, я пока еще на студию не перешел, надо заморачиваться, короче, будет с этим всем делом. Может быть, даже... на этой неделе как-нибудь. Так, ну по рабочим Эрдос на одного в плюсе, как бы это абсолютно незначительно. Делается чарж, да, любимый Эрдосом, Иммортала. Здесь уже третий Никсус пошел. Вот нагло играю сейчас, конечно, ПВП просто. Какой третий? Вот сейчас просто гейтов добавить 6 штук хотя бы. И просто чарж Архоны, просто плюс Иммортала. Там 2-3 Иммортала, призма, 2 Архончика, там чарж зелки вышел и кабину развалил просто. Так, дайте-ка пинг врублю, чтобы видеть. 233. Оп. Бинды тоже проставляю, чтобы видны были. Вот у нас у Эрдоса Ctrl 1. Блин, как можно держать Mother Shift в контроле вообще? Просто я вот такую хрень... Не знаю, если удобно, то да, но... это, я не знаю, извращение полное, Mother Shift держать в контроле в одном. А здесь вообще есть Mother Shift, кстати. Да, он вообще не бинженный. А нет, на нолик бинжен. А Нексуса? Нексуса на тройку. Ну, кому как удобнее тут. Очевидно, да? Пошел там чашу у корейца. Эрдос делает выход. Призма делается. Гейтов 6. Пилоны строятся. По лимиту в плюсе даже небольшой Эрдос Энчик сейчас.
Адепты где-то два ходили изначально в потери в этой игре по нулям там и там. Найти на третий. Никогда даже, наверное, бы не на третий, а между, смотрите, нужно просто заходить вот сюда, иллюзии смотреть. Здесь видно, что отдает. Если есть возможность, два пилона эти, вообще 10 филдов мало. Тем более архоны есть, и мы прийти туда и просто разваливать вообще. Вот, ну вот это просто бессмысленное вот это вот хождение от Вердоса. Я понимаю, что он делает, блин. Ксилнага, иди все контролится, то есть... Опа! Иммортал на точке сбора вперед идет. Шутка, не? Вердос! Архон раз на раз вальнул бы Иммортала, я думаю, в легкую просто. Тем более у него был снят этот каст, его скилл. Призма где-то вдалеке. Там нужен доварп еще. Нужен еще архон. Сейчас еще один подойдет. Три архончика будут, плюс зелки. Варп идет нормальный. Нужно бы гейтов вердос. То есть вот он так прямо так вот пушить собирался. На 8 было гейтов делать, я так думаю. Все, пора двигаться, вердос. Вот это не... Вообще не... Не дело, блин. Иммортал подставился. Иммортал отдался сейчас. Итак, вердос продавливает, потому что его слишком много. Давно уже в такой ситуации тянуть резину вообще как бы не надо. Нужно просто идти вперед, принимать бой и кабинет валить здесь всем. Есть два оверчажа, вердос очень верно решил отступить, но там еще два оверчажа есть, поймите только одно. И надо тогда вот при таком пуше пробок подстраивать, блин. Ведь там у принца этого плюс два, у вердос уже, кстати, плюс два есть, между прочим. Пошел в замес, зелки где-то сзади вообще идут. Призма прям в замес подлетает, нужно законтраливать на нее. И мортлами просто пилоны, да, сейчас попуснуть и все. А то уверчаш слишком сильно зарешает. Ну, в итоге все равно не смог, в принципе, отбиться. Это очень сильный пуш, на самом деле, с дубасом при хорошем исполнении. Заходит вообще норм. Я вообще вот не играю сейчас. Каких-то там на 5500, 5600 процентов просто пушем таким могу прийти и сбрить на халяву. Конечно, вердос тренится, и он должен лучше исполнять. Ну что, ребят, вторая карта, Вердос 1-0. И как я говорил, во-первых, это американский сервер, то есть все-таки не Корея, не совсем без шансов. Давайте за принцем посмотрим. У Вердос такая сетка, что в принципе у него сейчас, во-первых, следующий оппонент. Если он победит, будет Найс. А кто это? Это Протс тайваньский. И в другой части сетки Зигфрид. И Зиги, и, ну, то есть, не, вообще не сильные игроки, которые вердосу по зубам просто.
Игра приостановлена. Возобновлена. Кореец паузу попросил. Что, здесь два пилона, здесь два пилона. Стандартные билды. Карта путь на Айвер, ребят. Вердос синий 11, спринт красный 5. Опять через адепт начинает Вердос. И адепты в Старгейт, а здесь просто адепты в третий пилон Мазер Кор. Привет, Джонни Сек. Привет всем, кто недавно подошел. Что могу сказать? Вердос более агрессивный билд. Желательно бы ему, конечно же, не подставляться под адептов разведывательных, не пускать их к старгейту каким-то образом. Но на самом деле при отсутствии мазеркора это очень тяжело сделать. Да и с наличием мазеркора это не просто сделать. Так. Опа. Соединиты их вместе вообще ходят разрозненно. Адепты, блин. Сейчас выйду сталкер, мазеркор. Есть самого Вердоса мазеркора, между прочим, нет. Но зато оракул запилен уже, строится он. Адепты, куда ты выезжаешь? Что? Ё-моё. Вердос не видит адептов и поехал в Нексус строить. Ну, бывает что. Два рабочих забрал. Сейчас все, на что способны адепты эти были. Но сам потерял 6 уже, ребята, я извиняюсь, здесь адепты унижают, ходят. 6 рабочих Вердос потерял, тут 7, вот это да. Вот это да. Оракул летит вперед, как это я не пропустил такую жесть, я не понимаю. При этом всем Вердос на 3 всего стоит, то есть прикиньте, насколько у него больше было. Бывает, бывает. Ну а здесь без шансов, 2 сентри, 2 сталкера. Мазер шипкор. Одну пробку Вердос забирает. Две пробки Вердос забирает. И надо сваливать отсюда. Дамаг вырубать. Адепт вернулся. Ну, хоть вровень идет. И то, блин, хорошо. Но здесь-то Нексус уже. А здесь, блин, только наполовину он готов. Но отставание рабочих 3-4 обеспечено Вердосу в таком раскладе. Я думаю, здесь уже и блинк пошел, кстати говоря. Здесь только робот доделывается. Ну, с двумя оракулами надо пытаться. Ну, как тут пытаться, когда здесь 4 сталкера и 2 сентри просто. Последним, что сделал, это убил пробочку Вердос. 2 сентри принцу забрал двумя оракулами. Ну, одного оракула потерял, но оракулов 2 сентри в пробку разменять выгодно. Потому что сентри 2 это 100 минералов и 200 газа. Между прочим. И плюс пробка. 150-200, а оракул 150-150 стоит. То есть это выгодно. Плюс сентри копят энергию. Они будут для наземных битв очень полезны в будущем. А оракулы же они в какое-то время, в какой-то момент только оверчажами будут, этими ревелейшами только фактически будут полезны. Так, адепты залетают. Ни в коем случае нельзя сюда ими телепортироваться. Хорошо, что Вердос этого и не делает. Ну и ждем блинк через несколько секунд. Вердоса и Мортлы. Первый вот заказан. Тоже приму сентри парочку, не помешал. Газа пока нет, правда. Адепт назад возвращает. Где... Так. Вижу, что обсервер здесь летит прямо вот. Неужели не видит Вердос? Ну как можно... А вот, заметил царь. Что заметил адептами. Потому что обсервер сбить это всегда милое дело в такой ситуации. То есть это и юнит ценный 25-75, медленно он летает, и
разведывательных информации, разведывательной никакой вообще нет тогда у твоего оппонента. Так, сталкеры вперед двигаются. Кстати, они на блинке уже. Сколько их вообще есть? В принципе, 10. Я бы на его месте 2, да, здесь оставился. Остальные бы в рабу, потому что, ну, а что здесь париться-то? И, кстати, если сейчас случайно все сталкеры соединятся, заметит проц. Так, оракула. Ой-ой-ой. Вердос пролетает мимо. На блинк и не достанет он. И даже хп не потеряет. Все норм. Надо улететь оракулом, конечно же, домой. Здесь можно прийти с энтрями, с ХГ, встретить просто. Вот минус сталкер, пожалуйста. То, что Revelation животворящий делает. Вердоса глефчики. 6 гейтов будет. Сейчас призма будет готова. Плюс пилоны еще пошли. А че, почему бы и нет на глефах выйти да запушить этого принца этого. Дома с оверчажами можно отковыряться, по-моему. В легкую. Призма летит вперед. Оракул домой уходит. Ну, да, мазеркор есть. Стазисную ловушку вердосик ставит. Ну вот, пошел оверчаж. Надо драть адептов вперед. Чего они стоят здесь 6 штук? Причем с глефами они могут и со сталкерами побиться даже. То есть, если их не контролить, и сталкерами идеально от них не отблинкиваться, они сами там через оклигу будут друг с другом драться. Адепты нормально зайти могут. Тут отдача Нексу уже идет третьего, посмотрите. А вердоса ведь больше по лимиту. Но призму отдавать нельзя. А здесь сталкер на муве идет еще, смотрите. Норм вообще. Нексус падает, сапплай блока, конечно, не будет, но на грани тут фола. Уже принц. У вердоса адептов сколько у нас? Давайте посмотрим. 20 штук, 3 иммортла. А тут сталкер, который вообще не эффективен против адептов. Но нужно иллюзиями пользоваться, уметь адептов. Почему Верди не хочет вернуть Ника, продолжает Раилем называться? Потому что знаешь почему? Потому что камбэк из Раиль. Видишь тут? И это доказано было на ультимейт серии этой против Хеллрейзера. 2-0, ребята, Верди принца минусует. Вообще в хлам как-то. Не знаю, что ждет кореец. ГГ, он пишет. Ну, все норм, с Найсом будет. Вердос говорит, что хуже, чем на Америке, пинг, да, хуже, чем на Корее.
ждем Вердос, у него интересная пара. Найс, это Чизирок вообще жесткий. Такой, поэтому будет интересно, я думаю. Так, ну что, прыгаю в игру, ребят. Вердос найс у нас далее. Продолжение. Идем по Вердосу. Ну что же, норм, чё? Так, рекламку пильну, ребят. Всем привет еще раз. Помните про поддержос. По возможности поддерживайте. Всем спасибо за такие моменты. Блескон у нас. Здорово, Штаг. Здорово всем. Ну что, ребят, найс против Вердоса. Это второй матч получается. Ну тут, если Вердос побеждает Найса, соответственно, он попадает на Хана Кану. Я не знаю, кто такой Хана Кана. Но он Зиги, кстати, убил. Зиги неплохой игрок. А кто такой Хана Кана? Я хер знает. Может быть, какой-то кореец даже. Ну вообще, у Блая Вердоса есть хорошие шансы дойти до полуфиналов. Как мне кажется. Здесь есть Импакт и Рьянг, такие игроки. Фармят они тури и тем подобное. Ну, в Ботре, я думаю, можно их обыграть. Почему бы и нет. Так, Найс через сталкеров, Вердос через адептуру идет. Ох, сейчас прям сталкеров телепортнется. Вердосик аккуратнее. Оп. Найс прошел мимо и ничего не спалил, его дает. Бывает, бывает. Ну, вообще, конечно, за сталкер. Но он решил не гоняться за сталкерами. Я так понимаю, вернулся два сталкера на мейне. Уже заказан Нексус, но он более четко здесь развивается, я должен сказать. Проверяет Нехус, видит Нехус.
Адептами на Ксилнагу свалил. Здесь тоже видит Найс Нексус. И идет сталкерами вперед. Вердос в центре, пилон здесь. Пока сталкеры идут, пилон достроится уже. Здесь два сталкера, что отгонит, будет уверчаша. Адепты могут в контратаку зайти. А, здесь еще, погодите. Это что, подпуш какой-то? Что, если здесь подпуш двух гейтов? Это интересный билд, на самом деле, рабочий. Ну, зато минус пробка, пожалуйста, Найсу уже. Сталкеры спустились, начинает напрягать пилон. Мазеркор нужно выводить срочно. Все, пилон не успел Вердос прикрыть. Он это понимает прекрасно. Но зато пробок расчехлил тут Найсу этому. Сколько? 5 пробочек убито, это нормально. По рабочим на 7 в плюсе. Нужно открывать гейты, нужен иммортал срочно. Но кажется, Нексус будет пробить до готовности иммортала здесь, и это очень плохо. Хотя 4 сталкера плюс Guardian Shield плюс центря плюс пилон заказано, есть шанс, но нет, нет, Вертос, куда ж ты поспешил? Куда ж ты поспешил? Мазеркор сейчас, если Найс вынесет, то все, то печаль будет. Хотя Вертос какие-то чудеса контроля тут демонстрирует, смотрю. Решил продать Мазеркор на сталкеров сейчас. Иммортал будет через несколько секунд, здесь плюс 2 сталкера. А что, нормально, Вердос. Учитывая, что там медленный вар, только желтого не подставляй. Куда ж ты его ведешь-то, блин? Ну что за контроль? Куда ты желтого-то ведешь? Сейчас покуснуть тебе его. Ну и все, отбился Вердос, молодец. Мазеркор, кстати, то, что продавал, было верным решением оказалось. Но прочувствовал момент, что пилон успеет достроиться, туда варпанутся юниты новые, все будет нормально. А Мазеркор можно и восстановить новый. Пусть там у него энергии сотка была, ну а что делать. Зато сталкеров дамажили и по рабочим, плюс Вердос после всех этих действий. Только нужно Мазеркор на правильную позицию оставить, то есть на мейн, скорее всего. Иначе беда, ведь Вердос не знает, что тут Оракул вперед летит, он вообще ничего не знает пока что. Фаржа на мейне пошла. Ну вот, надо сплитить. То есть здесь уже с иммортлами все защищено наглухо. А на мейне вообще печать. Оу, Вердос, Вердос, что ж ты творишь? Летает Оракул, все преимущество как не бывало. Ушло по рабочим. Ну, кстати, на одну пробку до сих пор в плюсе Вердос. В некоторые моменты даже становится. Так что пока жить можно. Газовую добычу надо восстанавливать, да, и сюда часть рабочих отстроить все-таки. На второй базе есть уверчаш, вот пилончик здесь есть. Так что здесь все нормально. Ну, два оракула, кстати, могут больно сделать. Ну, в итоге ни Вердос не поспешил, уверчаш не просрал, ни кореец не стал, точнее, ни Найс, тайванец не стал дэмэджем убивать. Так, надо бы чайку заварить, что-то у меня там по задней стенке не отходят сопли какие-то густые. Прям нереально. А это не очень. Так, ну тут уверчайте. Стазисные ловушечки на третьей Нексусе от Найса. Ну, кажется, Найс не знает, что Вердос у нас за человек и игрок. Вердос сейчас будет пушить этот стопудняк. Но у Найса тоже чарж, смотрите, у него гейтов даже больше будет. А именно у него 8 гейтов у этого Найса. А это не Найс для Вердоса, понимаете? У него и 6 только их. Нужно больше сейчас делать. Иначе переварпит в наглую его, Найс. Кстати, на мейне фотонку, но там можно подрезать часть рабочих. Призма он вперед полетела. Больше и больше архонов, лимита боевого больше. Две фаржи у Найс, правда, тем временем работают, смотрите-ка. Сможет Вердос задавить? Не уверен, я же сможет. Здесь уже архоны пошли, здесь также есть уверчажей много. Призма где-то, Вердос там вдалеке. Гейтов 6 еще, но зато и Мортлов Вердос подстраивает.
Они что, прям в битве на мувы будут приходить, что ли, не понимаю, как он собирается это делать-то. Так, на ХГ заходите, не париться просто сюда, да. Здесь все норм. Найс, правда, больше, здесь лимита, и боевого сейчас вообще больше станет. У него 8 гейтов работает. Плюс стазисные ловушечки работают. Вердос третий некс заказывает. Вот чего не хватает очень сильно Вердосу. Это плюс 2, конечно. Было бы плюс 2, все было бы замечательно. Так, заходит Вердос. Опа, отлизилка заблокирована. Ну тут хорошая позиция у Вердоса, я вам скажу. Оверчажа 3, надо бы отойти сейчас от 3 оверчажей. Вердос решил, что выбьет все оверчажи сейчас на муве просто. Отступает немножечко назад, здесь зелки новые в бой вступают, оракулы падают. 3 зелка, которые в тылу были, сразу же уничтожены. Не, ну Найс молодец. Ну, у него 8 гейтов, блин. Вердос пушит, он даже все ресы не может потратить. Но если ты такой пуш двухбазовый делаешь с третьим нексусом переходным, сделай ты 8 гейтов. Похоже, что это ГГ Вердосу, это 1-0 Найс. Ну, надо собраться будет. Вердос же камбэк Израиль. Никнейм-то его. Ну, кстати, еще я хочу вам сказать, что не критический дэмэдж Вердос и получил-то. То есть, боевого лимит на 11 больше, парабам одинаково. Нексус третий есть. Ну, здесь 2-2. Вердосу надо третью атаку заказывать, иначе зелки будут тут расчехлять. Да, пошла третья атака, так хоть что-то будет. Либо первую броню надо было бы заказывать, тап 2-1 у Вердоса даже раньше было, чем 2-2. Потому что третья-то она дольше делает, играет этот. Ему придется достаточно долгое время 2-2, 2-0 биться. Точнее, 2-0 его, 2-2 оппонента. Но, смотрите, по лимиту еще пока не крит проседание, как я уже сказал. Сейчас зелок пойдет с плюс 2 атакой, развалит кабинет. Этому зелку или не развалят. Да, плюс 2, посмотрите, побеждает зелка с 1-1. Вот такие вот дела, такие пироги. А все почему? Потому что, например, броня у этого, допустим, будет 2, да? И за 2 удара 4 дэмэджа будет она поглощать. То есть все эти 2 атаки получается. Вот, но по полям-то дамаг проходит. Здесь больше дамага, чем вот здесь. А здесь поля Нигра и Жены. В итоге вот из-за этого Зилот и побеждает фактически. Так, Вердос уже переварпил. Ничего себе, красавчик. Переварпил уже Найса. Но у Найса что-то тут архонов просто нереальная какая-то пачка. Он решил благодаря своему преимуществу, что нужно ему в золото выйти срочно. И ведь вышел в золото. Че, Вердос опять пушить решил? Похоже, что да, Вердос опять вперед двигается, но он не один в своем желании. Найс тоже вперед сейчас выходит, смотрите-ка. Но Найс идет на муви частью юнитов. Вердос, давай, принимай, не ссы. Блин, вот если сейчас Вердос внимательный был, трех архонов этих забрал бы, это вообще сразу бы вообще все круто было бы у него. Но он не забрал этих трех архонов. Поэтому нужно аккуратнее быть. Но Найс опять с кривой позиции битву принимает, смотрите. Нужно отступить немножко под зелков, под своих, под архончиков. И Мортлы сзади дамаг наносит. Вот еще два зила-то архон сверху подходит. Ну, Вертос пока бьется, но что-то, как мне кажется, здесь опасно. Он бьется очень. Хотя и мы завозят, смотрите, архонов сейчас, и все нормально даже. Архонов все меньше и меньше становится. 3 атаки у этих юнитов, это очень хорошо. Сейчас можно с энтри попытаться, прям 119 на 96. Только нужно быстрее вперед идти. Сзади 2 архона морфятся, еще один им строится. И вот один уже выходит, то есть их 5 сейчас будет за месяц. И все это на плюс 3, тут после 2-2. Да иди ты к Силнагу за контроль, ёпара сате. Да вот же Зилот стоит. Какой Вердос, собака, блин. Не может он, блин, элементарные вещи какие-то сделать, у меня такое ощущение возникает. Ну он завозит, смотрите.
С плюс 3 разваливают кабинет эти товарищи. Вот этот пацан обнаружен был, сразу же его испарили. Иммортал Архона за зал просто. Ну что, за золото поплатится Найс-то за это наглое? Да, Иммортал приходит пятую же, смотрите, 5 имов в таком замесе, это вообще нормально. Архонов достаточно, чтобы снять всех зилков, которые танкуют здесь у Найса. И мы вообще с плюс 3 бомбят просто. Даже Архонов по 20 дэмэджа, смотрите, как выносят. Это 1-0, Вердос молодец. Собрался, посмотрите, с плюс 3 пришел и убил. Главное не сдаваться, главное мастер, почему бы и нет. Что это за Найс вообще такой? Это ж камбэк Израиль. Это Вердос. 1-0. Молодцом, молодцом. Ну где хост-то? Не видно что-то хоста пока. Ну, я скажу, что Найс вообще зря вперед пошел сейчас. Вообще зря. Привет всем, НРГ. Самочувствие нормальное, более-менее. Ну, закрыто. А такое ощущение... Что открыто, черт побери. Самочувствие нормальное. Ну, горло еще до конца не прошло, но уже практически. Уже сегодня... Ну, то есть... Насморка какие-то, ну там слизи отходят еще. Вот. Но уже боли такой, ну то есть не чувствуется вообще. Вторая карта. Вердос Найс у нас. Ведет уже 1-0 Вердос. Казалось бы, все, отдался. И сейчас будет сливать, но нет. Справился. Так, ну разведал Вердос. Синий в этот раз Вердос. И на 11, а Найс красный на 5. Сталкера у Найса, у Вердоса что? А два адепта? В Нексус, что ли? Нет, сталкера заказано пока что. Пилон надо отменить. Что вот это такое, я не знаю. Просто просранный пилон. Точнее, я знаю, да, это просто минус 100 минералов в никуда. Вначале зачем-то, не знаю, зачем это. Вердосу нужно было, но Нексус раньше, он закажет в любом случае. И, возможно, сталкеры сейчас уйдут с мазеркором, отвлекут. И адепты смогут зайти просто на мейн. А почему бы и нет?
Да, они смогут зайти, Мазеркорд-то там на второй. То есть пока он там был, адепты тут подзавезли 4 пробочки просто. Пятую, конечно, не получится убить. Ну что, неплохое решение. 6, причем рабочих уже в пользу Вердоса разница. То есть Найс это мертвец, который рабочих не строит. И это тот мертвец, который делает 3 гейт-пуш плюс Старгейт. Здесь робо-фаржа. Блин, робо третий гейт, а фаржа здесь... Хотя ладно, и с фаржой сойдет. 4 сталкеров 2, но я боюсь, что сейчас Оракул может развести очень жестко просто. Вот это проблемой будет, конечно, для Вердоса. Гейты он чуточку раньше оппонент своего открывает, это важно. Фаржа готова, фотонка пошла на мэне вот эту. Это супер важно. Потому что фотонка заказана. Потому что если удастся сейчас Оракула на мэне сдержать именно фотонкой. Ну и она как раз построится, кстати, под прилет Оракула практически. Что тоже очень неплохо. И в робо Иммортала просто, да, запилить. Все, и все норм будет. Че прилетел, говорит, Вердос, прогнал. 2 сентриста на лоу-граунде. Нексуса здесь даже нет. То есть все, здесь отбиться и победа. И фотонка в тему. Прям как-то все у Вердоса тут в тему, я бы сказал. Оракулы плюс ма... Так. Мазеркор нужно обязательно отвести. Мазеркор Вердос пока не отходит. Оракула отфокусил. Уверчаш будет на дальнем пилоне. Сейчас можно выставить. Уверчаш выставляет. Конечно, Оракула достает. Хорош вообще. Уверчаш Оракула убил. И вот Иммортал спускается и говорит ГГ. Оппоненту своему Вердос сейчас. Может уже в ближайшее время, но это не надо так делать, БМчик. Плюс сталкер пошел. Видите, какой верчаж хорошо зашел по оракулу, пью-пью и все. Хоть пилоны дальние, но надо все делать, как бы стараться, да. То есть есть энергия, выставил, все нормально. Попытка Иммортала покуснуть оканчивается неудачей для оппонента Вердоса. ГГ пишет, найс. Развел как щенка. 2-0, молодец. Так, ребят, была я уже... А, нет, это еще не полуфинал, ребята, это четвертьфинал только, как и для Блая. Если бы у Блая было понятно, можно было к нему пойти. Так, сегодня выкатят, кстати, на Гудгейме, ребят, опцию отправки голосовых сообщений, только прикиньте. А знаете, что это? Это что? Это вы сможете со своего микрофона записать сообщение и с поддержкой отправить его, как бы. Это очень прикольно, конечно, что такую функцию выкатывают. Гулзин, кто это такой, я вообще не знаю.
Вот интересно, полуфиналы здесь по очереди будут или нет? Здорово, Арамчик. Предлагаю ли я затестить? А что, уже ввели, что ли? Еще, по-моему, нет. Еще пока не ввели. Когда ведут, можно делать, там какое-то ограничение будет, 7 секунд. Там ограничение будет, поехали. Гулзинка — это кореец, кстати, оказывается, ничего себе. И тоже ПВП, да что ж такое-то, я думаю, что мы сегодня кроме ПВП что-нибудь посмотрим вообще. Эту переборку. А, Блай, вот Укко. Кто такой Укко Яхазе? Американец. Ну, Блай, короче, в полуфинал, походу, попадет сейчас. И это хорошо, потому что будет что Так. Ну, новая функция — это с микрофоном, короче, сообщений доната. Там по дефолту будет 300 рублей стоять, типа от 300.
Вот, чтобы люди пилили. Я думаю, не буду менять, скорее всего. Какой смысл? Если кто-то хочет пакости какие-то записывать, то это контрится именно порогом вот этим денежным, как бы, иначе не вариант. Здорово всем еще, ребят. Ну что, Гулзинка этот тут разыскивает адептов. Вот он пробку на Ксилнаге поймал. Авердос тем временем заходит и учит, что Мазеркор не на позиции. Да можно сейчас в легкую просто рабочих забрать. Штучек несколько, посмотрите. А ведь Мазеркор стоит и не летит домой. Да из рейнджа оверчажа выходи, Вердосич. Конечно. Куда ты пошел, балбен? Ну вот я сейчас Вердос контролил, не залез бы под один плюс оверчаж удар, плюс одну пробку бы, скорее всего, минуснул, но не срослось, не получилось. Нексус тут чуточку раньше, но не намного. Здесь тоже плюс 2 сталкера будет, уже готова роба. И обсервер строится. Интересный пилон здесь от корейца ставится. Видимо, какая-то агрессия планируется. Ну тогда Твайлайт, интересно, зачем? Уж явно не прокси Даршань такой позиции будет устраиваться. Так, вот здесь рабочие начали строиться. Вердос как-то... Судя по всему, не очень-то идеально строил своих рабочих, поэтому, видите, просел немножечко. Отсюда на 4 увести, что и делается, да, она там сразу же на второй Нексус. Но нужно строить по 2 пробки, а не по одной. Вот, наконец-то заказано, надеюсь, все норм. Но уже отставание есть определенное, да, как бы. Ну как, оно иногда переходит в преимущество. Глеф у корейца. Вердоса тоже самое, абсолютно имморталы добавляется. Но вот с глефами нужны имморталы, ребят. Просто адепты в адептов это хорошо, но если сзади есть саппорт какой-то в виде сентрей, гвардиан, шилдов, имморталов, то значит, ну, лучше все будет работать. Так. Ну, плюс 4 гейта овердоса наблюдаю. Здесь тоже гейты, кстати, добавляются. Вот уже и выход пошел. Сейчас призма будет готова. Пока овердос идет своими двумя имморфлами, у его оппонента подстроятся тоже имморфлы. Призму-то отвел. Ё-ма. Вот неужели не увернуться от иллюзии, призму не увести? Сейчас тут тоже 2 ма будет, треть потом, то есть... Все то же самое абсолютно делает кореец, но пытаясь подстраиваться, еще и Даршрайн он пилит. Ничего себе, то есть у него архоны еще будут в ближайшее время с дарками. Приходит Вердос, сейчас увидит, что нету Нексуса третьего. Дома там что? Дома тут иллюзия. Напряги, 2 адепта заходит. О, а где Мазеркор-то? А, это у Вердоса, кстати. Больше оверчажей надо, Вердосыч. Ну, хоть принял, и то нормально. Так, ну, Корея здесь совсем не в минусе по лимиту в итоге. В районы рампы ходят. Можно завести 2 дарков просто на мейн. И не надо сливать архона, но Вердос только для архонов делает. А ведь можно было бы сейчас просто завести на ХГ дарка.
И было бы прикольно очень, получилось бы, как по мне. Так, приходит в русскую, одному и пошел он. Архонов, призму забирай! Архонов, призму, конечно же, Вердос не забирает. Ну, в целом, в плюс подрался так и так. Архон свою функцию выполнил на отлично просто. Затанчил таким образом, что Вердос 20 лимитов в плюсе имеет. В основном, кстати говоря, боевого. Можно встать таким образом, чтобы гейты расколошматить просто отсюда, с этой позиции. Пусть, да, стоять и бить гейты, пусть агрится кореец, идет вперед. Главное, не париться. Имморталы вперед выходят. Давар, дарков и адептов, чтобы встречать и принимать нормально бой. Вот Имморкл один подставился. Нужно вот призма Овердос таким образом где-то поставлена там сзади, что он не может на нее сконтролить има. Но в итоге все-таки спасает, смотрите, своего Имморкла на халяву фактически. Дома оверчажами отбивает врывы все адептов и продолжается пуш. Что-то тут было сбито сейчас, по-моему, то ли обсервер, то ли что. Привет, Барс, привет всем. Блин, что мешает встать и убить просто пилона этот? Не пилона, а гейт, например, спереди. Что мешает взять адептов и иллюзии запустить в этих сентри пачку, блин? Но неумение пользоваться иллюзиями... Вот их заранее надо пустить, чтобы филды эти законтрить вообще. Если пустил сразу бы, корейцу бессмысленно все это делать бы даже было здесь. Это я уверен в этом на 100%. Так, еще сейчас архон будет. Ну, в любом случае, Вердос пушит, видит, что норм пушит. Здесь адептов на халяву принимает. Все просто отдачки какие-то от корейца идут. Хороший филд зашел сейчас, сработал. В центре адепт падают, один уверчаж не спасает. Есть второй, но кореец что-то не ставит. Это ошибка, что не ставит. Проигрыш в итоге. 1-0 Вердос, молодец. Выставил второй верчашка, а уже погибли все юниты. Ну что ж, Вердос по ПВП устремляется в полуфинал прям активно. Но я даже не знаю, какой первый там смотреть. А, ну у Вердоса первым будет полуфинал, скорее всего, что там импакт уже бьется, а у Блая там еще пока Риангуру не прошли там и т.д. Вот Блая что-то там 2 минуты ожидает. Рева Г. Укл, какой-то скандинав. Прыгаем в игру. Отлично.
Так. Так, Миша обновил, обновил. Так, ребят, сейчас подождите. Миша просит обновить страничку, чтобы голосовое протестить сообщение. Сейчас посмотрю, появилось оно еще. Да, появилось. А 300 рублей. Все, появилось. Так, свернулся 1-0, ребят. Давайте, снижаю до 100. Если у кого есть желание, тестите, ребят. Да свершится правосудие. Микер поддержал ваш канал на 300 рублей с голосовым сообщением. Болеем за Вердоса. Мама, я в эфире. Помичу, привет. Норм вообще. Короче, ладно, возвращаю 300, я просто сделал сотку, чтобы было повыгоднее. Ну, такую крутую функцию, да, тут, чтобы все работало. Я не знаю, сколько сделать, ребят, порог. 100, 200, 300, 500. Даже не знаю. Ну, вообще прикольно, интерактив всегда, если много стримишь, привет своим пацанам передавать. Норм вообще. Неплохо было бы, чтобы еще бы в чатик бы как-нибудь это все дело. Во-первых, микрофончик в чатик, чтобы можно было бы. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Так, сообщение было. Ну все, ребят, тут какая-то вещь происходит непонятная. Кореец пушит, вот. Все, я теперь нашел, где его заново прослушать можно было. Все норм, ребята. У Вердоса намного больше рабочих, но здесь будет блинк плюс сентрей закрывания, посмотрите. Рампы сейчас. Давайте я еще раз поставлю по приколу. Микер поддержал ваш канал на 300 рублей с голосовым сообщением. Болеем за Вердоса. Мама, я в эфире. Помичу, привет. Да, прикольная функция. Давайте, ладно, да, надо снижать. Это 300 что-то до хрена. Сотку ставлю, норм. Потом, если будет, то кипишить повышу. Такое обычное от 50, эти от сатена, что норм. Так, ребят, заходит просто на рампу, филды пошли. Что происходит? Какой-то жесткий прессинг, но
Успел с оверчаржами Верди назад с частью прийти. Что у него за грейды есть? Пока что ничего нет. Но скоро будет чаш. Через несколько секунд готов. На нижней базе оверчарж нужно ставить. Срочно ставить вирус оверчарж. Сталкеров развалил достаточно много. Самое главное, что кореец не задавил сейчас с первой волны. А это значит... О, так у него гитота 3, ё-моё. А, 4. Нет, здесь робо. 3, все правильно. Ну и теперь уже сплечено все на две базы. Просто нормы. Ну и дальше. Что мазеркором оверчарж успевает выставить? Да, нормально. Сталкера за это запрессовал одного. Мазер шипкор сразу же восстанавливается. Иммортал 3 сейчас будет готов. Гейтов, овердос сколько? 4. Все в порядке, короче говоря. Ну а там пошли глефочки. Где оно? В смысле, в какой поддержке ты не увел? Это для меня отображается, для твоего канала. Если сделаешь канал свой, у тебя это будет отображаться. Вот. Единственное, что, ребят, что-то вот надо в чатик вывести микрофон, ну, чтобы можно было звук рубануть прямо из чата, потому что неудобно иначе, у меня нету как бы этого все, ну, то есть, если слышите кто-нибудь, потому что, ну, если ты услышишь, что там какой-нибудь плохие люди матом ругаются, например, или что-то такое, то можешь сразу обрубить. Так, вердоску отполомился уже. Зачем-то полармия. Не полармия, а значительная часть вообще дома оставлена. Зачем, я не понимаю. Вердос, ты что творишь-то, блин? А, ну он все равно дома на обороне будет находиться, фактически. Здесь забыл Иммортала. 4 сентря сталкера. Это просто 10, 14 лимита было. 14 боевого просто. То есть здесь дерется. Вердос по-честному, как бы. Дерется. Вот, наконец, берет он 14-го боевого лимит. Пошел вперед. Здесь архоны начинают адепт сталкеров все унижать. Филды пошли, архонам пофиг. Неужели кореец не знает, что архонам пофиг на эти филды? 4 има уже здесь миксе. Это очень жестко вообще. Микрофончик, я еще что-то думал про что-то. Можно и для повтора, и для выключения звука. Вот. Один, а, ну хотя как он один будет эту функцию исполнять. Ну, для выключения звука в чатике можно, например, запилить было бы. Это 2-0, ребята, вердос в полуфинале. Все отлично. И Блай уже в полуфинале. Быстрые какие, а. Блая пока нет оппонента, Увердос тоже, так полагаю, нет. Надеюсь, полуфиналы в разное время. Так, что-то у меня старая какая-то инфа. Опа. Смотри-ка,
Тайванец еще и карту взял у импакта. Так, ну да, Блай там. Надо импакта добавить. На всякий случай. Отлично. Блай у меня есть. Ну что же, Вердос импакт и Блай, походу, против Ренга, наши против корейцев будут биться. Вот. Так, ну сейчас Вердос найдется и все продолжится здесь, я так понимаю. Пропустил голосовой донат. Ну я сотку поставил, можете тестить сами. А я вам повторю мишен просто пока. Микер поддержал ваш канал на 300 рублей с голосовым сообщением. Болеем за Вердоса. Мама, я в эфире. Помечу привет.
Так, а куда вернулся-то делся? Так, свердоса пока нет, что-то он сейчас будет, он отлично. Так, что-то случилось. Так, ну все, все готовы. Так, поехали, я хост, оказывается. Все норм, отошел на секундочку. Погнали. Вердос импакт. Бля, как я хостом-то стал. Бывает всякое. Ну что же, Вердосян против Импактосяна. Пилончик снизу в застройке. Разведка? Или нет? И что это такое? Ну, за это время может добыть минерал и вернуться еще. Вердос предпочитает вот так постоять пробку здесь. Ну, с другой стороны, вернуться можно чуть позже. Гейт там на пару секунд позже будет. Илон Гейт, застроечка снизу. Не Нектус первый. Становится это очевидным. Разведал, Вердос пришел. Увидел хатку вторую. 17-я газ-хата, газку у импакта. Вердос, вот проход, здесь будет здесь еще один пилон, и все засмотрим.
Второй газ все стандарт. Мы сейчас посмотрим, во что Вердос будет выходить. Будет это Старгейт или что-то другое. Импакт, походу, уже знает Вердоса, что от него можно ожидать всего чего угодно. И проверяет дроном мейн, прям, чтобы посмотреть, нет ли здесь какого-нибудь пилона, блин. Прокси. Ну нет, пилонов никаких прокси нет. Добыча на второй базе началась уже по чуть-чуть. И у Вердоса пробочки переводятся по чуть-чуть сюда. Точку сбора можно было бы. Да, все норм, точка сбора переставлена. Можно закрыть, естественно, проход уже. И Твайлайт очень ранее отвергли. Сейчас что это будет, интересно, за Твайлайт? Робу пошел. Ну, видимо, Даршайн и, видимо, Архона Харас здесь будет у нас. Иначе я не вижу причин строить роба, но на Даркшайн пока газа не хватает. Без понятия, ребят, какой финал будет. Ну, здесь есть Ирианка и Импакт в разных частях сетки. А противостоит им Вердос и Блай, поэтому уже интересно, что с полуфинала с участием наших СНГ игроков получается. Вердос, который прошел навес. И Блай, который так прошел навес, который победил ультимейт серии, вот эти от Star Ladder, кстати говоря. Вот. Ну, топ-1 СНГ Блай, это очевидный сейчас, как бы, факт. С этим просто не поспорить. Опять же, странная. Страннейшее, я бы сказал, нагромождение зданий, нахрена вот его так делать, не знаю, такие стенки. Без понятия, но Вердос стандартно так и делает. Какие-нибудь королевы прилетят с собаками плюшем, и просто все будет отключено к херам. Еще и здесь не понять, как обороняться. Здесь вроде узкий проход на адепта, дальше жирнейший, то есть это хотя бы узкий бы пусть был бы. Так, ну гейты открыты, фактически уже все, кроме одного. Готов Даркшайн. Надо разложить призму, варпануть дарков и вперед двигаться. Просто тут уже, смотрите, кореец решил таймингом лейера законтрить все это дело, выдает. А ведь сейчас просто на изичах можно вынести просто третью хату, ребят, и все норм будет. Пока этот оверсир доделается, это займет время определенное. Куда ты бежишь, ты ему райт-кликом в хату кликни, конечно. Вердос тут тормознутый какой-то, что ли, я не знаю. Или он что думает, я не понимаю, о чем он думал вот до этого. Ведь он мог убить хату спокойно абсолютно. Он и до сих пор может ее убить попытаться. Вместо того, чтобы убить хату, гонялся. Видно же, что ни обсерверов, ничего нету. Зачем четырьмя дарками гоняться за двумя, там, тремя дронами? Три пусть режут, одного взял, пошел, убил, призма есть, стена, засадил, все. На самом деле я гоню. Тормоз, не тормоз, здесь я не прав, не надо так говорить. Почему? Потому что у Вердоса Виджина нет, и он не знал тайминга лейера, он ничего не знал, он действовал сверхсейфово, но есть обстоятельства просто, по которым это все понимается, что происходит. То есть ты приходишь вот на третью базу, ты видишь, что здесь ничего абсолютно нет, и видишь, тут три дрона, королева, че 4 дарка. Просто не надо терять, дарки имеют ДПС невероятный. Каждая секунда бегания это просто, ну, промедление. Одного дарка за рабочими, тремя режешь, все. Пошел Архона Харас дальше. Здесь уже роучи пачка, видите, здесь уже... Ё-моё, там импакт наколбасил роучи. 17, 10, 27 сейчас будет, как Вердос отбивать-то их будет. А, ну и мы. Ну он идет вперед, Вердос. Неужели против такого микса... Вердос, кажется, не понял, Вердос, что здесь будет уже роуч, улын такой получается. У него зилки архоны, то есть он собирается пушить сам. Ну, блин, пушить в этой ситуации, мягко говоря, не лучшее решение, мягко говоря, ребят. Потому что здесь микс, конечно, жесткий у Вердоса, но тут-то пожестче будет микс. Пошла атака, импакта очень много юнитов. Фаерболы падают, они падают мимо кассы, кстати говоря.
Здесь Вердо снизу закрошил реваджеров. Сверху и Мортла очень неплохо бьются. Делки все новое и новое подходят. Ну, Вердос неплохо разменивается, но не более того. Если бы у него третья база была, это было бы нормально. Но так как третьей базы нет, это не очень нормальный расклад для Верди. И Мортлов спасаешь, что ж ты делаешь, Вердосыч? ГГ сразу же Вердос пишет, как только пуш не получился. Ну, не поверил, что корейский тайминг кривоват. Ну, то и не надо приходить дарками, если ты такой начинаешь за рабочими гонять, с архоном сразу сливай, и все. Если дарками приходишь, надо верить, как бы. Пророчество неоднозначно, сказал Зератул, блин. И неоднозначно корейцы все идеально делают. Ну что, ребят, Вердос против Импактасона. Вторая карта. Ну, можно сколь угодно долго обсуждать то, что Вердос не убил третью хату, хотя мог это сделать. В целом, Вердос тренится, молодец, как бы уровень растет. Ну, косяки какие-то присутствуют, конечно, до сих пор. Без косяков никуда. С другой стороны, если Вердос забрал третью хату, то... Не, ну было бы нормально. Пока бы Зерк восстановил третью, то есть он бы вложил 300 туда. Продакшн роучи меньше был. То есть выход бы был сильнее бы вот этот вот, который Вердос бы делал, просто в сравнении с тем, что он был. А так просто там роучи реваджеры и все. Как мне кажется, в такой ситуации гораздо лучше просто продолжать мастить имморталов по КДшечке просто... И выходить в поздний третий Нексус. Здорово, Акерыч, здорово всем, ребята. Напоминаю, что выкатили функцию поддержки с голосом сейчас. Вот. Ребята, вот Майкер поддержим меня, сейчас еще раз озвучу. Микер поддержал ваш канал на 300 рублей с голосовым сообщением. Вот. Болеем за Вердоса. Мама, я в эфире. Помечу привет. Пока еще актуально, пока еще за Вердоса болеем, можно озвучить. Там разберетесь вы, в общем-то, с этим делом, если надо. Порог по дефолту был 300, я поставил соточку. Если кто-то захочет протестить, а дальше будет видно, будет, ну, будут люди пользоваться. Ну, я думаю, будут иногда пользоваться, почему бы и нет. Функция прикольная. Ну что, ребят, вторая карта, незваный гость, она называется, заблочил Вердос импакту заказ базы на третий, на второй, поэтому вторая на третий была заказана, вторая только вот сейчас хат достроится, здесь уже дистанс майнинг, вообще, что за дебилизм импакт делать, смысл вообще, вот это, какой в этом смысл вообще, я что-то не понимаю,
У тебя третья есть просто. Переведи сюда, раскачай ее по полной, а потом уже с мейной отсет и сюда отстрой. Туда рабочих приедет просто нереальное количество быстро на второй вообще. Так, Stargate Overdose, и в этот раз очень ранний, на 3.50 был Nexus заказан просто. Даже раньше, на 3.40, на 3.47-48 вот так вот он был заказан. Пошли Фениксы, заказан робот, есть Stargate, можно одного заказать, этого грелку одну, на всякий случай. Ну, можно и Фениксами погонять оверов. Главное, а потом Immortal строить начинать. Твайлайт тоже какой-нибудь грейд там, типа, ну, чарж там или что такое. И в фарже, конечно же, грейды делать. И рабочие строить вообще безостановочно. Из трех нексусов потом также их строить безостановочно. Овер залетает, очень важно, увидит ли импакт, конечно, там на мэне происходящее. Ну, тут несколько устров остается. Не увидит он роба, не увидит он все строящееся. Это очень хорошо, на самом деле, что не увидит. Нафиг это вообще ему давать, пока давать смотреть ему на это все дело. После Феникса Оракул пошел, плюс еще гиты добавляются, чаш делается, три гита строятся, пробки не строятся, Overdose. А почему это опять улын какой-то, что ли? А смысл то Нексу было строить этот, понятия не имею, какой смысл. Архивы темпларов. И еще 2 гит, 5 гитов строят, берут. Где еще-то строятся, они вообще не понимают. А, ну здесь надо 7 строить, если пуш делать больше. Этот пуш с 8 гитов делается, ребят. Там гидра Ден и линги, то есть это гидра линга прессинг, возможно, 63 дрона уже импакт намасил. Вот Вердос по 3 пробки начал сейчас отстраивать все же. На самом деле нужно строить сначала пробок. Вот сейчас Вердос плюс 9 рабочих могло бы быть, даже больше, плюс 12. Будет бы позже тайминг гейтов, зато какое, какая бы экономика была бы вообще жесткая. 5 гидралов там дома импакт заказывает. Так, Архон первый пошел, Зилок. Гейты все уже открываются, залетает еще раз оверсир. Здесь гоняет, пробок грызет линк. Импакт понимает, что полную лыну уже здесь отвердоса. Не полную лыну, но это будет атака точно. Поэтому сейчас только боевых юнитов настроить, другого варианта вообще просто нет. Все, архончики вперед идут, толкая других. Есть зилоты прыгают, надо минуснуть криптумора, что Вердос и сделал. Гидра есть, плюс королева, ее много, гидра этой, плюс королева. Все работает, все бьется, трансюзики идут. Вот до гидралисков зилки дошли, архонов главное вовремя увести сейчас, и можно в макро перейти будет. Вердосу, что он и сделал. Попытаться макро перейти. 61-60 по рабочим, смотрите. Архонами можно, вот, смотрите, овер висит, пожалуйста, бесхозный. Лети, шатай, не хочу. Саплай блок сделать можно. Так, здесь хату ставят, импак. Давай, конечно, еще сразу отменять. Придется отменить, дружок. Минус 100 минералов. Сразу вердос засаживаем. Засаживает архонов, молодец. Пинг у меня 200, что-то для Америки высокий интерес к овердосу. Плюс 2 грейд, пошел и мы строиться. Да нет, получилось, что благодаря тому, что пробок подстраивал нормальному таймингу и тому, что вовремя остановил этот пуш, спас ключевых юнитов архончиков, Вердос нормально в итоге разменялся. По потерям он зерк в минусе. И значит, все норма. А вот чендлинги пришли. Этих надо гадов сейчас закрошить сразу. Что Вердос и сделал. Эморфман чендлингов развалил. Архонов все больше. Больше становится там роучи. У микс пошли у импакта. У Вердос уже 67 пробок. То есть больше, чем у импакта рабочих намного. Thank you.
Так, 183 импакта. Пуша идет, ну там и Люркер Дэн впереди еще будет. Вердос, ты видишь, Вердосу надо готовиться по максимуму. Сейчас пушу к этому. Тут пуш с плюс один. У Вердос через несколько секунд уже шторм будет готов. Сколько там остается? 4 секунды. Где оверчаш? Это вот пошел оверчаш. Раз, два. Штормы пошли. Раз, шторм пошел. Пора прыгать в бой. Шторм номер два по роучам заходит на отлично. Оверчажи ставятся. Бой пошел. Иммортлы, зелки, архоны. Все идет вперед. Архоны вылезли очень неплохо. Эвердос дерется замечательно, по-моему, здесь. Да, развалил вкал. Смотрите, развалил импакта в хлам. Надо идти сразу же в контратаку, иначе там люра и там проблем не оберешься потом. Призма будет через несколько секунд готова. Вердос не стоит на месте. Идет зилками. Гидралиска разваливает. Разваливает все, что может. С какого бы направления зайти? Вот вопрос актуальный пока что. Нужно обязательно всю армию в кучу собрать, чтобы разрозненно не драться. Посмотрите, сколько юнитов еще идет. Плюс 4 пси-штурмика, плюс призма. Собаки на муве сливаются. Да, конечно, надо наверх переходить сейчас. 600-700 минералов. Надо варп сейчас проводить. Архоны плюс зелки, сливать их. Шторм нужно подождать обязательно. Люры как не было, так и нет пока что здесь у импакта. Вердос приходит, камни пробивать, не надо так лезть. Слишком нагло Вердос лезет. Здесь микс хороший, все равно надо камни пробить, да, и заходить. Да блин, вот посмотрите, все в контроле в одном, да убей ты иммортлами камни. Пусть зелки-то постоят немного. Ну что это за, блин, хрень такая? Все равно вперед. Да потому что, блин, не надо биндить все в один контр... А, здесь... Вот я игроков, которые так биндят, я вообще... В Варкрафте, да, кто в Варкрафт играл, тем проще так биндить, потому что там все через таб переключалось, старкрафтерам непривычнее в этом плане, кто первый старик играл, но... Я не знаю, как здесь контроль в Старкрафте вообще. И чего вообще происходит? Ну, сейчас импакт добавит пару люркеров, и пуш этот станет тяжелым очень. Для успешного прохождения его. Вот это что? Вот это что? 6 зелков пришел, отдал, и здесь стоим. Но если ты сюда заходишь, заходи отсюда тогда. Ну, ё-моё, это же элементарно вообще. Вот и два люркера подъехали. Ну, как так долго можно здесь пушить-то стоять, я не понимаю. Плюс третья доделала. А может атаку ждал Вердос? Я чуть не заметил, когда она доделась. Может недавно только. Все, есть люркера. Обсервер есть. Да, есть. Опс, один у Вердоса. Нужно зайти. По люру прилетело, но он выжил. Пробей ты камни, сделай ты что-нибудь, Вердос. Наконец-то вообще это уже... Пуш этот приуныл уже, блин. 200 лимита наварпил. Пришел там на 150, даже меньше. И наварпил уже 200 в этой атаке. Извиняюсь. Сверху Вердос заходит. Ох, штормы заходят в такой фарш. Смотрите, превращают они зерговских роучей и реводжеров и гидру. Да развернись ты, ё-моё, назад, блин. Бежит Вердос. А, он здесь с зелками. Вот, вот, так и та надо было туда посмотреть. Ну, армии заходил наверх, зелки. Все, блин, стандартно абсолютно. Идет на ультралах у этого, на люркера вперед. А в сервере есть люр, сейчас будет уничтожен. И мортлов пачка нереальная. 1-1, ребят, Вердос молодец, импакта проврил. Несмотря на все моменты. Где там туман лютый? И снова я как в тумане. Просто. Это этот.
Мандалов накурил, который с этим комментировал-то, с Рифкиным. Так, ну что же, ребят. Бердоса 1-1 с импактом. Тара, третья карта, решающая карта, соответственно. Путь на Айр, 17 хата Гаспул от импакта, Вердос, пилон, гей, Гас, Нексус, кибернетчику играют. Здесь еще один пилон, видимо, должен быть. Или где, видите, здесь стенка. Да, вот здесь проход. Есть, по ходу дела. Закрыть будет. Ну, Вердос пилон на мэйне ставит. Прикольно, как бы 470 АПМ, там 330. А я АПМ 160 у корейца. То есть у него половина почти Вердос 92. То есть 1/5 от общего, как бы. Хотя я уже говорил, что система полезная, АПМ не может посчитать, как бы, потому что иногда при определенных пиндах, например, ходкеями, перебирания бывают полезными. То есть когда контроль идет насыщенный, да, какой-то там. Бою, но не в начале, как сейчас.
найти мне чай, не сделать ее никак. Уж как-то все идет и идет, игры идут. Дом пилончиком закрылся, вердос, адепт второй готов. Здесь два адепта в атаке, кстати, может телепортнуться. Ну, неплохой хара с адептами, можно на мычец улететь. Только не надо на муви-то так ходить было, ё-моё. А вот это уже зря, как мне кажется, вердос пред... Как можно было стрельнуть по одному, потом по второму? 470 ТПМ с перебором, по-моему, сейчас применены были. Здесь обязан вердос одного еще дрона был забирать, но... Начало норм ворвался, но потом грамотно отреагировал, на самом деле, импакт на все действия вердоса. У вердоса третий Нексус, который ему нечем защищать. О, прикол. Оракул назад полетел. Мазершепкор летит вперед, нужен варп сюда. Ну, Нексус все уже упадет. Какой дешеврес просто. Нужно пробочку выводить. А были бы два адепта, этого бы ничего не случилось. Ну, что значит до контроля? Здесь рабочий вердос не убил нормальное количество. Одного на два адепта, да, разменял. А, Нексус третий отбить просто не смог из-за этого физически. Еще раз импакт третий Нексус вердос отменяет. В этот раз пилон достроился, теперь не отменить будет, но откинут назад просто вообще. Термос Чемпер началом стрима. Можно и термос сделать, но... Я сегодня лег, блин, в 6 утра, поэтому я встал в 12.30 примерно, с какой-то термос. Я только успел вернуться. Вчера что-то уехал с друзьями, сидел там, кореш из Питера приехал. Потом домой пришел, залип за компом. За ноутом, точнее, ночевал дома, не здесь. Вот. Ну, хоть выспался там, спать хорошо, удобно. Так, сентри вердосом варпится. Нахрена ему сентри? Адепты там куда-то вперед пошли. Куда они вперед пошли? Вот минус адепт, пожалуйста. Импакт внимателен, вердос невнимателен. Ну, импакта гидра плюс линги. Сейчас 20 плюс гидралисков уже будет. Но адаптация вообще против гидралов заходит нормально, я вам скажу. Очень хорошо. Плюс один, тем более, овердоса есть. Гейтов уже 8 штук, ребят. Все идет вперед, берется. Надо призму сложить. Адептом вообще ксилнагу не законтраливает, кстати говоря, овердос. Возможно, импакт даже видел, откуда пуш начинается при этом всем раскладе. Или не видел. Да, через верх все идет. Не, не видел ничего там импакт. Сейчас еще единый морг подойдет сюда. Учитывая, что там бейлингов нет, замечательно для вердоса это. Но нужно грамотно принять бой. Пошел гвардиан. Филды по гидре хорошие заходят. Нужно приводить призму в атаку. Не надо. Какое бичарство. Вы видели, что... Это я не понял как. А ведь один даварп еще и все ГГ был бы. Блин, я расстроен, короче. Что-то вердос. Бывает, бывает. Не, на самом деле в контроле такая тема бывает. Спочета Ур поддержал ваш канал на 100 рублей с голосовым сообщением. Так, что это такое? С каким голосовым сообщением? Где голосовое сообщение?
Отчет ничего не записано. Баю поддержал ваш канал на 300 рублей, сообщает Помми. Спасибо за стрим. Спасибо. С голосовым сообщением. Не понял, что с голосовым-то или без? Ну, Вердос сам просто сейчас расстроился, что так подрался, вот и ливнул. Хотя тут вина-то только понятно чья. И ведь нормальная была ситуация абсолютно. Игра приостановлена. Тут что-то ливнули. Так, Янг инвайтит, спасибо ему. Вердос мне пишет в скайпе. Скажи сосом кое-чего. Вот. Игра из трех букв в чатике, что у меня вылетел сервер вообще во время битвы. Вот. Что они пишут про БГ, если у меня начало рогать, потом дискануло. Потом расскажут, что я бадменер. Короче, не мог Вердос ГГ написать. Thank you.
Так. Так, Вердос говорит, так залагало. Да вообще 2 FPS стало, потом зависло, и я вылетел из Battle.net и даже доиграть не смог. Ну тогда можно понять, почему это произошло, потому что, если честно, ну, так сконтролить, по-моему, было просто невозможно, как бы. Просто все куда-то непонятно куда полетело, и вы сами все видели. Задудосил сервер АПМом, сервера не выдерживаю, думаешь, от такого АПМа? Ну, не знаю. Так, сейчас я позвоню быстренько, ребят. Новая королева создана. Противник атакует. Королева успешно создана.